Он любит, когда лук мелко порезан. Оставь. Я сама сделаю. Спасибо, что заботились о нем. Ему здесь хорошо. Я вижу. Теплее, в чистоте. Ему нигде не будет так хорошо. Не забирай его, слышишь? Не трогай. Ты еще скажи, что ждала его 9 лет, да? Одна, без мужика, святая. Что вы такое говорите? Ты что, лучше всех? Или никто не польстился? Я бы за ним куда хочешь пошла. А ты? Ты жила раздельно. Отвыкла ты от него. Я писала ему. Я посылки слала. Я делала все, что могла. Писала. Написать можно что угодно. Ты такая же, как все. Послушайте, это Сергей дал вам право так со мной разговаривать?